Ну что, друзья, на данный момент у меня 4 аккаунта. Первый аккаунт с Тотти Месси. Можно сказать, самый лакерный. Это мой второй аккаунт, на котором Кройф вместе с Кантона разрывают в атаке. Мой третий аккаунт, наверное, не может похвастаться какими-то топ-карточками, но я думаю, главную фишку этого аккаунта вы знаете. Это Подольски, который обрел популярность благодаря своими невероятными пауэршотами с центра поля. Ну и забавно, конечно, что мой четвертый аккаунт, на котором я отыграл 40 часов в игру, выглядит намного круче, чем предыдущие. В общем-то, у меня вот такие вот 4 аккаунта, и сегодня 2 из них улетят на заслуженный отдых, исходя из наград, которые я буду открывать за отыгранные Weekend League. Также, друзья, не забывайте, что у меня есть личный сайт, где вы можете купить монеты, игры, бусты. Бусты сейчас очень важны, потому что тот движухи идут. Так что, если вы хотите сделать какой-то хай результат, у вас не получается, возможно, у вас просто времени нет, мои бустеры готовы взять ваш аккаунт на прокачку. Практически всегда делаем максимальные результаты. Ну, там уже, естественно, надо смотреть на ваш состав, на ваши пожелания к этой Weekend League. Ну, в общем-то, все детали обговаривайте уже непосредственно с менеджером. Первый аккаунт с наградами за Weekend League. Этот аккаунт на 16, получается, побед был сделан. Аккаунт с Подольски. Так, начнем, наверное, вот с халявных пиков, которые давали за различные победы. Let's go. Первый пик. Красный Габриэль нам падает. Бундеслига, говорят. Бундеслига. Классно. Пока идем по голкиперам. Так, Лига 1. Мбаппе, приди. Ага. Беллингем, приди. Ляо, приди. Опять голкипер. Так, ну и самое вкусное. Один из четырех, 94+. Как вам пик? Прекрасный? Прям печальный пока что пик. И последний. О, Фримпонг. Ребята, есть праздник на моей улице. Фримпонгича. 1 000 000 монет. Вот это хороший пик. Ну, в последнем пике, в последнем игроке нам повезло. Но в остальном, конечно, печальная картина. Так, короче, я не знаю, что это такое. Как говорится в меме. Мы не знаем, что это такое. Страшно, очень страшно. Короче, собираю улучшение UT Champions. Сюда куча рейтинга отправляется. Рискуем. Пробуем. Какое же дерьмо я сейчас поймаю, учитывая, что есть гаранта даже нету, вы понимаете? Никакого гаранта тут нету. Открываю. Так, ну блин, сыгранность есть, конечно, трагедия у меня полнейшая. Так, Клаус упал. Клаус, но у меня уже фримпонг есть. 3 гарант Ultimate Тотса. Пацаны, что-нибудь продаваемое занесите на этот аккаунт. Так, Алжир, ПП, это Морез. И за Морезом у нас Кулибали. Это еще грустнее. Какой кошмар. Так, мы на втором аккаунте, друзья. На аккаунте, где у меня ВВД красненький. Тут уже 3 пика, ребята. 3 пика, 1 из 5. Ну тут-то что-то грандиозное должно быть. Надеюсь, не дубль в Вандиджике. Поехали, начинаем. 1 из 3 АПЛ. Так, 1 из 3 АПЛ приносит нам Салибу. Бундеслига. Что же нам принесет? Так, ну, вратарь это дефолт. Потом у нас Лига 1. Я все жду Мбаппе. Ла Лига приносит нам Савио. Ну, в эти пики я вообще не верю, пацаны. Как вы можете заметить, тут скам на скаме, как говорится. Хочу посередке. Пожалуйста. Беллингем, приди. Открываю. Смотрим. Кто эти люди? Почему мне 3 девчонки из 5 падают? А, у нее 5 на 5. Ничего себе. 5 на 5. Финессы, трюкачество, ракета. Ну, по сути, те же самые лица. Че здесь брать, блин? Хемп? Что-то я думал на том аккаунте так себе, но что-то здесь как будто бы вообще веселье. Ну, слушайте, как будто бы Вальверде это неплохо, наверное, да? Ну, такие себе. Я пока недоволен. Даже на прошлом аккаунте, по сути, дроп был лучше. Тотс. Холланд. О! Блядь, иди нахер! Нет! Да я думал, это Холланд. Нет, какой Морез, блядь. Иди в задницу. Напродавал всякого шлака. 11 тотсов. Фред, Де Йонг, Савио, Пеллегрини. Блядь, что за кал? Зачем я это открыл? Ну, короче, Чавинга, Вальверда. Все, с этого аккаунта мы тоже ливаем. Я ожидал, конечно, большего за 19 побед. Ну что, мы на третьем аккаунте. Такой вот прекрасный состав тут имеется. Опять же, Холланд, Беллингем. Жду вас.
Начинаю, как всегда, с разогревочных пиков. Один из трех АПЛ. Дальше у нас Бундеслига. Так, Донарума 95-й. Возьму Медину. Так, Ла Лига. Канцело. Ну, когда-то был неплох. Серия А. Ну и самое вкусное. Три пика. Один из пяти, 94+. Тут Левандовский, наверное, да, чисто как рейтинг забираем. Второй пик. Какая хрень, конечно, падает. Просто пиздец. Одни и те же. Так, я не помню, видели мы такое. Оп, Ди Мария. Головин опять. Бача. Вальверде на всех аккаунтах мне упал. Спасибо большое, как говорится. И Стэнвик, я понимаю, да. Ну, тут, наверное, Вальверде, да, надо брать. Так, ну и последний, блядь. Ну, пожалуйста, ну, последний пик. Это просто кошмар, друзья. Это просто кошмар. Награды по 19 побед, блядь. Гримальдо. Я говорю, вебки открывайте, блядь, и вам прикольные карточки сыпятся. Вот, блядь. Три гарантоца, пацаны. Пожалуйста. Ну, что-нибудь. Что-нибудь такое, чего бы я охуел. Ну, хотя бы дороже, блядь, 500 тысяч, чтобы я пак открыл. Опять этот Фергюсон. Ну, не могу на это смотреть уже. Какой нахер Фергюсон? Ну, кто за тобой? Кто за тобой? Смит 97. А, слушайте, я тут зря выпендривался. 549 тысяч. Last pack, пацаны. Я все еще надеюсь на Холланда. Кофи, МакАлистер, Кэмпбелл, Муслера, Воткинс, Шлоттербек, Шулер и все. Блять, да пошло оно все нахер, пацаны. Ну что за тильтостан, блядь? Я не знаю, зачем я это делаю, друзья, но открываю пак за 750 тысяч. Жизнь меня ничему не учит. Точнее, это сделаю не я, а мой кошара. Оп. Давайте. Опен. Опен. Пожалуйста. Без плашек, без ничего, просто смотрим. Блин, ну сразу с кабели начинаем. Читос, все, давай, отдыхай. Ты свою работу сделал, вогнал в меня еще более глубокий тильт, и за ним еще кто-то. Да, наверное, из голкипера. Ну, блядь, как нахер, блин, просто. 750 тысяч тратишь, блин, чтобы двух голкиперов поймать. Ну, что это такое, блин? Ужас, ужас, блин. Не знаю, зачем я это сделал. Ну, хотя бы Филиппа Андерсона собрал. Вдруг мне Лацио достанется на Кубке Фиферов. Ладно, хорошо, лох не мамонт, откроем еще один такой же пак за 750 тысяч. Я не знаю, зачем я это делал, я просто уже сошел с ума. Открываем. Просто открываем. Просто открываем. Бразилия, вратарь давай. Нет, это даже не вратарь, это ЛП. Давай за ним, вратарь еще один. Давай вратаря какого-нибудь. Вратаря. Кто это? Ты пошел ты, лучше бы вратарь был. Левандовский 95, который у меня красный есть. О боже мой, друзья, вот как бездарно я просрал, сколько, 3-4 таких пака. Охренеть, ну это какой шанс вообще здесь что-то вытащиться. Ну тильт полнейший просто. И что вы думали, друзья, спустя какое-то время после трансляции я сидел, щелкал награды за Division Rivals, и мне дропнулся бесек. Я, конечно, сначала посмотрел, подумал, что за бич, потом глянул ценник 1 миллион монет. К слову, недавно, ну как недавно, пару месяцев назад стоил 300-400 тысяч. Ну и забавно, конечно, на фоне того, что за 19 побед мне дропнулось хуже, чем одна карточка за Division Rivals 3-го дивизиона. Лолкик, короче. Ну что, получается, что у меня бесек самый крутой был за эту неделю алтимейтов. Ну да, фримпонг у меня был, получается, на аккаунте с Подольским. Он там больше ляма стоит. Ну вот и бисик, который стоит 1 миллион, который даже в алтимейты не входил изначально. Ну ладно, хорошо, в целом неплохо. Не обращайте внимания на состав, я сейчас всякие заданки тут выполняю. Ну, в общем-то, этот аккаунт остается в живых. Я думаю, аккаунт с Кантаной, а вот аккаунт с Подольским и с недавним аком, где я крафтил серия А, уйдет на отдых. Да, буду периодически заходить, какие-то сборочки делать, но на регулярной основе я уже, наверное, там играть не буду. Все-таки я поймался на мысли, что лучше быть на аккаунте, где у тебя есть большая ротация состава, чтобы ты мог как-то разнообразить всю эту историю и не играть одними и теми же составами. Ну, это, короче, аккаунт, где я собираю практически все СБЧ, все карточки из заданий,
Тут у меня японский тематический состав, состав из российских игроков. Ну и в целом, видите, сколько у меня здесь карточек. Карточек у меня есть просто до хрена и больше. Ладно, спасибо, скажем, за Бисика. Тут у него крутое развитие до 95-го рейтинга. А потом можно еще и 96-м сделать. Вау, вот это будет монстр страшный. Все, друзья, увидимся уже на следующем промо. Хотя, скорее всего, когда вы смотрите этот видеоролик, новое промо уже для вас вышло. Кстати, тут это UFEL вышло, обновление евро вышло. Я не знаю, типа, стоит ли вообще записывать ролики на данную тематику. Напишите в комментариях, на что вам будет интересно посмотреть от меня. С вами был я, Пандосов Фиксающий. Всем хорошего настроения.